Мама, где альбомы? В шифонере. Давай фотки посмотрим. Здесь мои. Этот альбом мне должен забраться. Вот это чемодан Настиных альбомов. Вот такая Настя была. Сколько тебе лет тут? Ты меня спрашиваешь? Ну, я ж не помню уже тоже. Не подписано. Вот такой вот хомячок. Пацанка такая. Голубей гоняла. Вот. С ушками. Смешнючая такая. Настя рано начала ходить. Она уже сама в обуви уже бегала. В 7 месяцев отсвечивает, кстати, вот это вот все. Ну, вот так, ага, видно. Как мальчуган. С Егорчиком. Мальчик такого же возраста, как Настя, уже женился. А наша все никак не может выбрать себе половину. Почему ты не можешь? Это в деревне она. С братиком двоюродным. На бабу Тамару похожа тут я. Да? Угу. Вот. Это наша бабушка с дедушкой. И Настёна. Ей здесь месяца, наверное, 2 или 3. Месяца 3, по-моему, здесь тебе. Малипуська совсем еще. Ты хорошенькая. Да ты чё? Да, у меня прическа, смотрите, какая шедевральная. Сарафанчики, по-моему, я вязала. Да, сарафанчик вот этот я вязала для Настёны. Вся она у меня обвязанная ходила. Куколка была. Дальше. Это Настёна у бабушки в гостях. Это с братиком, с двоюродным в деревне. Это тоже в деревне. Дальше. Это мы на Шира ездили отдыхать. Какой год, тоже не помню. Не подписано, да? Ну-ка, вот тут что написано? Ничего там не написано. Ничего не написано, точно. Это Настин друган Женька. До сих пор общаются с Настей. Тоже уже взрослый такой парнишка. Здесь он, кстати, рыженький. На самом деле он же не рыжий. Сейчас не рыжий он? Нет, он темненький. А здесь прям рыженький такой. Это мы в общаге жили. В гостях у бабы Тани. С котиком. Это была футболка моя любимая. Чуть Лена, по-моему, мне ее подарила. Не помню уже. По-моему, да, я ее вообще обожала. Я ее долго-долго-долго носила, пока на ней дырки не появились. Ну, ты вообще тяжело с вещами со своими расстаешься. Ну, да. До сих пор так. Все вещи любимые. Там была, там, по-моему, была буква, ой, буква, говорю, цифра 7, по-моему, в пайетках, в серебристых. Я вообще ее обожала, да. Фонтаны какие, да? Ну, это в центре. Это в центре где-то, ну. Тут уже сколько тебе, не знаю, тоже, наверное, первый класс уже. 6-7, наверное, ну. Вот такая вот бандитка она у нас была. И все время с синяками ходила. Смотрите, под глазом синяк. Даже не помню, где она его посадила. Ой. Это, по-моему, тоже у бабы Тани. Это бабы Тани в гостях. Ну. Перед Новым годом, по-моему, да? Вот это платье мы тебе, по-моему, на Новый год покупали. Ну да, да, по-моему, на Новый год. Ну, это вообще... Ну, это в детском саду фотографировали, раньше так модно было. Ой, это я, вот этот образ цыганки, он у меня на всю жизнь ко мне прилип. Я везде цыганка. То я танцую цыганкой, то я снимаю с цыганкой. Я в садике цыганка, вот он у меня это. Это Настина сестренка двоюродная, Алёнушка.
Это еще одна двоюродная сестренка Галя. С Галей мы вообще похожи. Да, это вот фотография из Краснотурьянска. Ездили мы вот к ним в гости. Это Галин и дедушка с бабушкой на Новый год. Галя с Настей погодки. У них папы родные братья. Так, ну тут тоже Настя с Галей, со своей двоюродной сестренкой. Вот они в деревне вытанцовывают в Краснотурьянске. Загорелые обе уже такие. В 11 классе. Да, это вот с 11 класса уже фотографии. Подружка выпускники. Угу. Альбомчик уже весь такой зашорканный. Боже вот этот. Мой. Надо его поменять. Это тоже в детском саду фотографировали же. Фотки. Как надо было меня вот так подстричь. Нормально. А это она с сестренкой. С двоюродной. Че у нее там синяк под глазом? Не вижу через камеру. Это, наверное, так это фотка такая. Ага. Катюшка маленькая. Вот она, Настена. Это мы жили в гостинке. Угу. Это был день рождения, когда у меня были одни мальчики. Да, это у нас день рождения. У Насти был в общаге, мы опять же жили. Мальчишки одни пришли Настю поздравить. Соседские. Это на даче она там прикалывалась с бабушкой. Вот это вот красивая это фотография в цветочках. Ага, в Сосновоборске. На аллее, которую я вам все время показываю. На лошадке каталась. Так, а здесь... Какой... А, здесь сколько тебе лет исполнялось? Не знаю. Ну, сколько свечей посчитай? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять явно не пять. А, да, пять лет. Пять лет. Ну, дай покажу. Так, ну это... Я выглядываю. Мама, папа Настин. Это Настя в детском садике. Любила с детства вот такие большие мягкие игрушки. Сейчас самой такой медведь огромный. Ну, это в цирке с Галочкой, с сестренкой. Вот они, деловые. Митя, всегда была Галя красивая, а Настя как это. Ну, почему вы обе были хорошенькие? Вот новогодние фотки опять же с Галочкой. Это тоже в Краснотурьянске. В деревне. В носочках, в туфельках и я. В тапках и в серых носках. Галя и Настя. Ну, потому что Галя дома, а мы приехали. А тебе что досталось? А тебе что досталось, да? Зима. Ну, это с дедушкой и с папой. Это мой день рождения, когда был 5 лет-то вот эти. А, да? Может быть, уже не помню. Это Настёна уже постарше. Там у день рождения был. Опять твой день рождения? Да. А это же шестой. А, это уже другое. Да какой год там не написано? А, да, ну вот шестой год, день рождения. День рождения, ага. Это Настя в Дивногорске. А мелко, наверное, не будет видно. Природа какая у нас шикарная. Сейчас там красиво делали набережную. Это был праздник детской библиотеки, что ли. Там я была Пеппи. Пеппи длинный чулок. Вон у меня чулки тоже видно. А там где-то... А, вот я говорю. Все в дороге. Так, а это у нас что за праздник, ты не помнишь? А я не знаю. Ну, белая такая, вся нарядная. Нарядная, ну чувствую, какой-то праздник. Это в цирк мы ходили с дядей Витей, по-моему. Да, это вы с Витей в цирке, с попугаями, с такими красивыми. Это Филька маленький, такса. Да, наверное, класс. Да. А это Настина первая учительница Лариса... Юрьевна. Юрьевна, точно. Какая же она была умничка у нас, как мы ее любили. Прям молодчинка, она прям жила, можно сказать, в школе. Всю себя отдавала деткам. Хороший педагог. На даче с бабой Любой. Минина. На станции Минина у нас дача раньше была.
дурочка. Настя говорит, а тут я как дурочка. Ну, такая фотка получилась тоже с бабой Любой. У мамы. Мама в Северном тогда жила еще. На Мотызалке 4. Модная была вообще. Ну, это где-то в парке в каком-то, в лаковой куртке в красной. Вся такая деловая. Ну, это Малипуська. Тоже, не знаю, наверное, месяца 4-5. 2,5. 2,5 месяца тебе? Да. Что-то уже там пытается говорить. Это уже тоже не знаю, сколько тут нам. Нам не знаю. Смотрите, какая я худенькая. 42 размер была. Настя, тебе, наверное, лет 5, да, тут? Лет 4 или 5? 2002 год. Сколько тебе? 6. Угу, 6 лет точно. Это в садике. Принцесса. Это в садиковская разве фотка? Да. В садике. Это дедулечка. Да. Это мой дедушка, Настин прадедушка. Это папа моей мамы. Царствие ему небесное. Недавно. Ну как недавно? Сколько уже лет? В 14 году. В 14 году он от нас ушел. Окажется, как будто вчера. Да. Настя зажигает. Парки. Ага, тоже фонтаны вон какие шикарные. Были раньше. Угу. Сейчас там уже парки в этом ничего хорошего. В Клёшах? Деловая? Модная. Ну, такая ещё это. Батюшки! Шоу! Ну, я любила так наряжаться. Говорила, выступает народная артистка России. Угу. Чудо. Аленочка. Да, это мы в гостях. Это моя племянница маленькая Аленка. Ой, вот это она. Я любила фото. Ага. Такая красивенькая. Тут тоже в детском саду она. Без зубов. С зубами. Не, верхних нет зубов. Есть зубы, мам. Есть? Ты что, есть зубы? Мне кажется, на другой фотке ты будешь улыбаться без зуба. Это вот здесь я была без зубов. А, ну, может быть. Без бабы красивые фотки. Да. Ну, я как обычно, баба красивая. Ой, как я любила у мамы вот этот халат. Он у нее атласный или нет, не атласный, как капроновый какой-то. Даже не знаю, что это за ткань. Но такой красивый он, длинный, в пол. Там кружево, да, у нее на шее. Да. Такой классный халат у нее был. Не знаю, где он у нее сейчас. Ну, прям обалденный был халатик. Угу. Это в Северном еще мама жила. Угу. То, что тут маленькая, месяца 3, наверное, тебе здесь. 2,5. Угу. Хватит, наверное, уже на сегодня. Альбомов-то миллион. В следующий раз приедешь, остальные посмотрим. Ну да, да? Я посмотрю. Альбомов еще очень много. Это еще не все альбомы. Еще там у меня еще, наверное, сколько? Наверное, столько же еще. Это что у нас? Выпускной альбом. Выпускной. Какая? Толстая ты тут. Толстая, ну. Тут толстая, ужас. Не ужас. Нельзя такое слово говорить. Ну, толстая, ладно. Смотрите, какие альбомы были у нас. Выпускные. Это же с 11 года. С 11 класса. Да. Классно, да, придумали они? Нет, с 9 класса. А, с 9? Да. Какая короткая. Вот это я ходила. Да ты и сейчас таки ходишь. Да ну прямо. Разве нет? Нет, конечно. Кофта была моя любимая. Ну все, походу. 2012 год, все. А, это выпуск. Вот этот альбом я сама делала. Покажи вот сам альбом. Смотрите, какой красивый. Мы просто покупали его и фотки распечатывали сами в него, вставляли, какие мы хотим. Угу. Да, это уже 11, да? Да, этот 11 круто, уже, видишь, сапотичная. Девчонки тут какие все красивые, кудрявые, нарядные.
А, это мы тут делали, для всех писали каждому пожелание. От каждого, короче. Каждый друг другу писал, нет, да? Да, вот напротив фотки писали пожелания мне. Ну, он тут не всеми заполнен, конечно. Вот они, девахи. В коротких платьях. Вон, 1 сентября было. Дашка, вообще вон в каком коротком платье. Ну, я тоже в коротком. А это что за вечеринка у вас была, вот это вот? В 80-х. Мне кажется, ты вот тут на меня похожа. Не знаю. Ой. Вот тут Настя похожа на меня или нет? Вот. Посмотрите. Мне кажется, похожа. Нравится. Вот с Дашей до сих пор они дружат. Ну, ты снова я цыганка. Угу. Так где ты выступала? В клубе шоуменов? Угу, в ТК. Угу. Это школьные фотки. Это племянница моя, Полинка. Это родного брата дочка. В детском саду. Это 2000 год тоже, угу. Настя в детском садике. Фотографировали ее. 4 года. Угу. Тоже в детском саду. Это мы в общаге жили. Что мы там, семечки лузгаем? Тыквенные. Тыквенные. Это Егорчик, наш друг детства. Настя, он поздравлял с днем рождения. Я его поздравляла, наверное. А, ты его? А, точно, это у Егорчика был день рождения. Точно, точно. Это в школе любовь моя была. Это у Насти какой первый класс или какой да, был? Да, да, первый, наверное. Второй, первый, второй класс. Ага. На Новый год. Мальчик этот ей нравился. Ну, мы с ним. Цыганка опять. С крокодилом. Это тоже, по-моему, в детском саду, да? Нет, она в школе, в первом классе. А, ну, может быть. Две сестренки. По-моему, Галя к нам в Сосновоборск приезжали, да? Ну, это мы уезжали, когда в этот... В Сочи отдыхать. В Сочи, да. На бегудях. Одна на бегудях, вторая на косичках. Это мы тоже на Красноярском море в Краснотуранске, в Хакасии отдыхали. Ну, тут можно... В поезде мы в ресторане. Это уже вы наотдыхались в Сочах? Это... Обратно нет, едете или не, туда? Не знаю, не помню. Борщ ели мы. Со сметанкой. А это что, где? Это мы вернулись. Это бледные, значит, туда едем. Это загорело, уже вернулись. Да-да-да. А, это мы снимали в Сосновоборске квартиру, помнишь? Да. Точно. Кротончик мой любименький. Загоревшие девчонки с Сочей. Вроде немножко погуляли, а щеки до сих пор горят. Вот такой ветер был. Ну что? Настя. Ой. Настя переживает, что в моей футболке сильно большой смотрится. Ну, понятное дело, футболка ж не твоя. Лицо прям горит огнем. Но у меня еще и на ветер аллергия, надо помазать кремушком. Ну что, пойду Настену собирать в путь-дорожку. Скоро поедет домой. Показали вам фоточки немного. Будем отключаться, прощаться. Надеюсь, вам наше видео сегодняшнее понравилось. Сейчас надо снова прощаться. Да, и здесь тоже надо снова прощаться. Василек снимали, прощались, теперь снова прощаемся. Вот так вот, приезжает редко, поэтому за один приезд сколько могли роликов снять, столько и сняли. Теперь буду вам все их по очереди показывать. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Ну иди. Запустила его. На улице холодина, он где-то бродит, ходит. Пошли домой. Пойдем.
Что там такое? Настя там видео смотрит какое-то. Интересное. Да? Иди кушай. Иди, там я тебе положила лапочки. И огурчик там у тебя, и кефирчик. Ешь давай. Ну что, собирай все свои фотки обратно по сумкам. Ты их домой повезешь или здесь оставишь? Да здесь пока. Ну давай, складывай, да будем убирать. Пойдем покушаем. Ты не замерзла? Или замерзла? Сидит на шалюшке. Да? На шалюшке сидит. Васька там пришел с прогулки вечерней. Собралась наша девочка. Прощаемся, ибо попрощаться не можем. Собралась, Маленька. Малышка наша. Я, может, вынести помочь потом? Ну все, пока-пока. Пока-пока. Ну вот и все. Поехала дочура домой. Грустно немножко. Потому что опять увидимся не скоро. Сейчас она пойдет на учебу. Плюс работа. В общем, опять буду ждать неделю, а то и больше. Ну ладно, главное, чтобы все было хорошо. Правда же? Спасибо вам, дорогие мои зрители, за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, мы вам не надоели. Надеюсь, вам было с нами интересно и весело, так же, как было и нам. До новых встреч. Всем пока-пока.